Если говорить о национальной платежной системе, то вообще возникает вопрос, почему только сейчас озадачились ее созданием. Потому что, мне кажется, мы немножко расслабились, да, и заигрались в такую дружбу с Западом, который в этом году показал свое истинное отношение к России, к россиянам, причем к обычным россиянам, да, потому что пострадали в первую очередь обычные держатели этих банковских карт, которые в одночасье просто перестали работать, да, потому что кому-то на Западе не понравился там банк или какая-то, условно говоря, там финансовые учреждения в России, да, куда, например, у меня там вложены деньги, где лежат мои сбережения. Вот. И поэтому, конечно, довольно-таки странно, что мы здесь, вот, в нашей стране, пользуемся платежными системами иностранного государства для внутренних расчетов. Если взять, например, для примера ту же самую Германию, в которой все в порядке вообще, да, в этой сфере, в банковской, например, ни в одном практически супермаркете невозможно расплатиться карточкой там Visa или MasterCard. К расчету принимаются только исключительно свои карты германские, ЕЦ так называемые, которые переводятся как Electronic Cash. И даже такие крупнейшие, например, магазины, как Saturn, это один из крупнейших магазинов в Европе электроники. Вот придя в этот магазин American Express или Visa, там рассчитаться невозможно. Поэтому, конечно, для расчетов в России, естественно, нужна своя платежная система. И, естественно, я буду ей пользоваться, как только она возникнет.